DinarCoin будет присутствовать среди делегатов конференции. Криптовалюта DinarCoin примет участие в третьей конференции интернет-финансов, которая состоится 16 марта 2017 года в Шанхае. Главной темой мероприятия станет обсуждение технологий блокчейн, современных финансовых инструментов и облачных технологий. Ожидается, что участие в конференции примут более 1500 специалистов, 150 компаний и более 70 делегатов.